Игорь Руденев вступил в должность губернатора Тверской области. Церемония инаугурации вновь избранного главы региона прошла в пятницу, 24 сентября. В Академическом театре драмы собрались десятки почетных гостей, среди которых полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане региона. С места события материал Никиты Васильева. Уверенным и бодрым шагом, о чем-то негромко переговариваясь с полномочным представителем президента страны Игорем Щеголевым. Так, Игорь Руденя прибыл в Тверской академический театр драмы на церемонию вступления в должность главы региона. Игорь Руденя был переизбран на второй губернаторский срок по итогам голосования, проходившего с 17 по 19 сентября. Об этом собравшимся в зале сообщила председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова. Она напомнила, что по результатам выборов Игорь Руденя набрал 225 тысяч голосов избирателей. 21 сентября 2021 года избирательная комиссия Тверской области на своем заседании подписала протокол о результатах выборов. Члены избирательной комиссии единогласно признали выборы губернатора состоявшимися и действительными. Губернатором Тверской области избран Руденя Игорь Михайлович. Следом на сцену вышел вновь избранный глава региона. Игорь Руденя принес присягу губернатора Тверской области. Я, Руденя Игорь Михайлович, вступая в должность губернатора Тверской области, клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности губернатора, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав и законы Тверской области. Одним из первых со вступлением в должность Игоря Руденю поздравил полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев. Многие эксперты избирательного процесса отмечают, что прошедшие выборы губернатора и депутатского корпуса проходили открыто, в спокойной атмосфере и конструктивном ключе. Это значит, что люди нацелены на сохранение стабильности, на развитие и последовательное повышение качества жизни. Именно этому была подчинена и ваша деятельность на посту губернатора все последние годы. Наработана хорошая практика мер региональной социальной поддержки и демографической политики, в том числе в отношении многодетных семей. Работа в этом и других направлениях продолжится, отметил Игорь Руденя в ходе общения с прессой после церемонии инаугурации. Глава региона подчеркнул, что в ближайшие 5 лет работа руководства области будет сосредоточена на достижении национальных целей развития, установленных главой российского государства. Для Тверской области это означает развитие экономики и инфраструктуры, модернизацию социальной сферы и другие задачи, добавил губернатор. Это развитие транспортной системы, это развитие спорта, культуры, это все, что связано с нашей конкурентоспособностью. Потому что развитие экономики основано только на инициативе людей, на их деловой активности, на их отношении к жизни. Результатом этой работы, уверен Игорь Руденя, должно стать укрепление лидерских позиций региона в Центральном федеральном округе.